Повышенная боевая готовность. Одинцовские коммунальщики и экстренные службы готовы к любому развитию событий. Впрочем, по прогнозам, серьезных паводков не ожидается. Несмотря на активное таяние снега, пока зафиксировано всего несколько локальных подтоплений. Не рассчитываем на большие подтопления. У нас их было на сегодняшнего дня около 16. Это все в основном наши СНТ. И два, как вы знаете, было подтопление в Гусарской Балладе. Но мы тоже с этой задачей быстро справились, перебросили туда помпы. Рукава, помпы и не только оборудование у спасателей-коммунальщиков современное. Кадровый вопрос также закрыт, поэтому на первое место выходит другой межведомственного взаимодействия. Очень важно, чтобы все наши службы синхронизированно отрабатывали те проблемные точки, в которых обычно бывает подтопление. Это касается прочистки всех гидротехнических сооружений, плотин. Это касается прочистки ливневок, всевозможных канав, по которым вода должна перемещаться. Если же подтопление все-таки случится, в любую точку Одинцовского округа всегда готова выехать оперативная бригада. Готовность к чрезвычайным ситуациям максимальная. На этой неделе ожидается пик таяния снега. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».